Привет, друзья, с вами Артём, и по голосованию на моей странице ВКонтакте победила игра DayZ. Ну что ж, возвращаемся в DayZ, повыживаем. Я знаю, что многим из вас нравятся данные летсплейчики, получается довольно атмосферно, так что с большим удовольствием я продолжу. Итак, находимся мы в Кмышово. Как видите, здесь народ уже поработал, посажал грядочки. А мы, соответственно, уже пришли к тому моменту, когда все тут, наверное, полутали. Нет, не все, я смотрю, вот полутали. Так, давайте посмотрим, что там у нас. Я забыл уже управление, это у нас... А это семена. То есть можно на этой грядочке посадить. Но это, в принципе, нам не нужно, как вы понимаете, прекрасно. Так, мы находимся в Кмышово. Что довольно-таки неприкольно. Ладно, посмотрим. Посмотрим, что здесь можно поделать. Так. Так, так, так. Здесь у нас пусто. Что у нас дальше? Что у нас дальше по списку, друзья мои? Опа. Эй. Прикольно. Это я возьму. Для чего людей пугать? Так. Что типа я с ружьем, пацаны. Так, газовая горелочка. Так, директ чат поставлен, если что. Так, у меня за окном орут. Ребят, играю ночью. Так что не думаю, что кто-то будет орать. А дома довольно жарко. Пришлось открыть окно. Но, как обычно, полуношникам не спится. Так, что у нас здесь? Шлем. Ну, да, такой. Домашний. Черная футболка. А. Свап. Два слота нам не лишние. Так, это что? Розовая бейсболка. Ну, стрёмно, конечно, но ничего. Так, это что у нас для чистки оружия? Нет, патрончики. Вот они так у нас выглядят. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Unpack. Так. Не, ну это я могу взять в руки, насколько я понимаю, да? Да, это не то. Это для всяких двухстволочек. Ну... Ладно, тоже. Дверь не открывается. Черные рубашки такой. Модный парень. Стиляга. То ли они поставили лут, теперь что он респавнится, то ли... Народ тут не все забрал. Так. А что ты так устал? Чего? Непонятно, от чего он устал. Давайте посмотрим. Вот и голоден, это я вижу. Так, ну что у нас в этом доме? Пустоватенько оказалось, да? Ну, мы не все посмотрели, но мы так мельком Кмышово просмотрим. Потому что это такое местечко. Я не думаю, что мы здесь много полезного найдем, но хотя бы что-нибудь. Может быть, ножик бы какой-нибудь. Батарейка лежит. Так. Вот этот шкаф меня всегда радует. Кто так шкафы ставит, ребята? У кого дома так шкаф стоит, напишите в комментариях, пожалуйста. Смотрим бегло. Тупо на предмет что-нибудь покушать. Так, покушать, попить. Такие вещи первоочередные у нас. Ну ладно. А, ребят, сразу говорю. Для тех, кто захочет поискать, ребят, скорее всего, серверы будут менять. Поэтому не обещаю, что... Мы увидимся, или вы меня найдете.
Благо, Дейс позволяет в данный момент менять серверы без потери лута. Так, здесь тоже пусто. Так. Угу. Ну, пойдем тогда туда, сходим. Да, в гаражике. Посмотрим, что в порту. В принципе, можно посмотреть. Так, это шапки всякие, колеса. Причем колеса. Ага, то есть ввели, я так понимаю, несколько видов транспорта. Потому что три вида колеса, видите? Это какое? Автобусное. Это грузовое, легковое колесо. Угу, понятно. Окей. Так, здесь ничего, мусора нет. Нет. Здесь тоже. Так. Только сейчас обратил внимание, что у этого сервера есть официальный Twitch канал. Прикольно. Так. Пойдем подойдем к рыбацким лодкам. Может быть, найдем сетки. Ну, в принципе, сеток сколько? Нам сеток 6 надо, поэтому я не уверен, то что. Можно что-то сделать? Так, ну, во-первых, мы выкинем сюда бумагу. Так, выкинем это. Вот так сделаем. Посмотрим. Так. А, ну это и есть сетка, да? То есть она так выглядит, я понял. Так, а вот у лодки нет сетки. Вот, для того, из нескольких сеток мы сможем скрафтить мешок, а из мешка уже вот 4 еще сетки. А что, нельзя скомбайнить? Комбайн. Комбайн, нет, сплит. Так, ну семена надо выкинуть, кстати, и патроны эти я тоже выкину. Почему? Потому что они нам, в принципе, сейчас не нужны. Вот. Так, ну 4, и нам не хватает, по сути, одной сетки, если я правильно помню, для того, чтобы сделать мешок. А нам, в принципе, дрова отрубить все равно нечем. Топора-то у нас нет для того, чтобы сделать. Поэтому надо, наверное, ребят, сначала топор найти, да? А где мы здесь можем найти топор? Хрен его знает, да? Так. Здесь ничего нету. Толчок проверю. Так, вроде ничего нету. Ох, дождь скоро начнется. Дождь — это не очень хорошо. Так, боже, мы здесь кого-то жрали, по-моему. Так, ну что у нас дальше там? Пойдем вон туда сходим. Выход из Камышова. Вроде ничего не лежит. Урну здесь обыскать нельзя. Ну, я думал, мало ли, может, ввели. Так, а давайте еще этот сарай посмотрим. В сараях топоры бывают частенько, поэтому стоит не заглядывать. По крайней мере, были раньше, сейчас не знаю, потому что вышло два патча целых, возможно, уже этого и нет. Так, ЖДшка, ЖД выйти нельзя. Так, здесь у нас курочка. А курочка — это что? Правильно, еда.
У нас нет ничего, ни ножа, ни топора. Чем бы мы могли бы курочку принять? Так, ладно. Дома мне не нравятся. Я хочу сходить в полицейский участок. Он находится вот здесь. Еще заглянем сюда. Так. Ах ты, господи. Божечки мои, так. Сюда заглянем, ничего нет. Так, и пить он хочет уже, и кушать хочет. Ну, сейчас посмотрим, что здесь есть. Так. Ну, подозрение у меня, что все тут забрали, и ничего полезного здесь нет. Ну, попытка не пытка, можно посмотреть, правильно? Я думаю, правильно, друзья. Так, что у нас здесь? Там что лежит? Это RDG White. Да, ну это смог, короче. Дымы. Так. Не понял, почему я здесь я не могу. Так, стоп. Штанишки. Почему они не одеваются? О, господи. Они, в принципе, такие же, как мои зеленые, поэтому смысла их нету. Менять. Так, я тут смотрел и забыл уже. Да, по-моему, я тут все посмотрел. Если нет, я не сильно расстроюсь. Как, ну что? Еще дым, да? Да, ничего полезного, все, наверное, забрали. Так, он говорит, я хочу пить. Я тебя понимаю, что ты хочешь пить, но нам нужно найти сначала, где ты можешь попить. Возможно, здесь есть колонка, но я не помню, где она находится, поэтому... Блин, по-любому там, ну ладно. Что, потому что ларек? Да, ларек. В ларьке может быть еда. Давайте посмотрим. Да нет, до него добрались, конечно же. Опустошили. Так. Уж идем дальше. Заодно поглядываем топор и колодец. Кстати, я обратил внимание, топоры из пеньков убрали. Для того, чтобы люди не орали. Блин, вот топор, почему не могу его достать, да? Видите, раньше пеньки они были с топорами. Я имею в виду это, наверное, в старых версиях, да из этого. Штаны черные. Это никому не надо. Так. Блин, без топора, конечно, жизнь не мила. Не, ну можно взять нож, да, то есть взять камень и сделать нож. Кстати, это идея. Почему нет? Оп, тушеная фасоль в жакете. Так. О, а вот и топор. Просили. Получайте.
Так, давайте его на цифру 2 поставим. Есть топор, и это хорошо. Так. Тогда нам надо вернуться. Сейчас он замутит. Палочки есть. Так, из этого мы прикольно, до этого было можно, а теперь нельзя. Вот, комбайн, нет? Не комбайнится, окей. Так, у нас есть палочка. Так. Братюни сидит. Так, проверить пульс. Что у тебя есть? Ничего у тебя нет? Кстати, братень тут недавно появился. Мы что-то ходили, его не было, да, друзья? Так, кильнуть курицу. Курица. Не понял. Курица не хочет умирать, смотрите. О, нормально. Так, так. А что, я только спрятать тело могу этим топором? Так, стой какой-то. Блин, нет, это не круто. Так, что же делать? Пойдем на озеро, попробуем еще надыбать. О, колонка. Так, попробуем еще надыбать этого сеток. Так, убираем топор. Пьем воду. И оглядываемся, конечно же. Так. Юзаем. Па-па-па-па-па-па-па. Давай, давай, пей. Пей. Сейчас надо напиться. Пока колонка под рукой, пока вроде нигде никого. Так. А, ну все, хитро. Я напился. Нормально. Так. И еще, братюня. А что за фигня? О, боже мой. Топор выронил. Вот, ну, топор мой. В руки берем. Так, братюня, ты что тут делаешь? No пульс. Нет, пульс, он холодный. Ну окей, ну блин, это странно. Так.
Ладно, пойдемте. Пробежимся по. Так. Вдруг появилась, нет? Бумага. И потом я выкину бумагу. О, удочка. Не могу повесить. Удочка, кстати, это прикольно. Удочка. Это прикольно. Ну да ладно. Пойдемте посмотрим еще где-нибудь. Сети. Вообще из сети еще делается маска халаты. Вот, но. Пока-пока. Это не наш метод, друзья. Пока то, что мы делаем, это, соответственно, просто пытаемся выжить. Я как-то немного промок. Ну, блин. Братья, ну, что тебе сказать? Это плохо, что ты промок, конечно. Это очень плохо. Так, вот это новые, по-моему, места для меня. Я тут не был, но там есть Трубацкий причал. А там, соответственно, можно уже посмотреть и сетки, и все остальное. А ну вот лежат, кстати, лодки. Что за них нет, ничего. Вроде нету, так. Угу. Кто-то деревяшку уронил. Так. Ну, деревяшка это все, конечно, хорошо. Но нам важно другое. Нам нужны сети. 5. Ну-ка попробуем. Вроде не сломал ноги, хорошо. Так. Так, скомбайнили. Так, с этим ничего не делается. А как же крафтится мешок? Подождите, 6 точно надо было. Не, ну драться сетью мы не будем, конечно же, это глупо. Поэтому мы возьмем топор. Так. Как же. Блин, ребят, я забыл, как это делается. Вот, ну ладно, напишите в комментариях, пожалуйста. Может быть, просто мало. Мало сетей. Да нет, вроде должно быть. Ну, напишите в комментариях, кто знает, как делается. Просто я знаю, как делается мешка из палок, это легко. Вот почему сети не комбайнятся. И из них не получается мешок. Это вот странно. Это, друзья, странно. Так. Может быть 8, может 2 пака надо. Может я туплю просто немножко. Так.
Давайте посмотрим. Сейчас еще до лодки добежим, а я не помню, вторую лодку я смотрел, не смотрел. Вроде ничего нет. Что у него с животом? О, сильно голоден, да? Так, мы можем сделать так. Open. И съесть все. Кушай, родимый. Но он не забыть поднять. Ну окей, он, короче, чуть-чуть насытился, но не сильно. Ладно. Кстати, можно здесь базу было бы замутить, да? Но, так. Плавь не хочу. То это может выйти мне боком, а именно можно заболеть. Болезнь — это самое жуткое, что может произойти, ибо нет медикаментов. Так, давайте пробежимся. Ну куда ты так по воде-то, братишка? Успели тут, видите, отлив-прилив, вроде успели проскочить. Так. Намок, сыт, немножко голоден, но по жажде все ок. Так. Там камни. Можно сделать нож. Да куда все складывать, да? Вот проблема. Можно сделать, но, блин, слишком мало слотов. 6 слотов, при условии, что я рубашку нашел, но это не круто. Так. Как же. А палку нельзя вот сюда, нет? Ворминап нагревается, температура у него поднимается. Ну, много бегаем, конечно. Хотя солнца нет, да? А, нет, солнышко. Просто туман. Я думал, что облаками закрыто. Да нет, небо чистое, хотя все гремит и земля трясется. Оп, на курице несется. А так. Так, my body feels wet. Я чувствую, что у меня мокрое тело. Мокрое влажное тело, друзья. Мокрое влажное тело. Очень такое... Как в немецких фильмах, друзья. Как в немецких фильмах. Так. Есть подозрение, что бежим мы к крупным городам. А это не очень хорошо с точки зрения встречи с людьми. Сами понимаете, дружелюбных Дейзи не осталось совсем. Так. На сервере порядка 30 человек в данный момент. Максимальная заполняемость сервера 60. Я, в принципе, специально выбирал такой сервер, где может быть побольше человек. Вот, так что... Сейчас мы посмотрим.
Может быть, рюкзачок найдем. А может, не найдем. А может быть, воронам. Па-пара-пара-пара. А может быть, собакам. Па-пара-па-па-па. Так, куда же идти? И тут копали. Да что ж вы копаете-то везде? Капуны какие-то, я не знаю. Копают и копают, делать нечего. Так. Не стойте и не прыгайте, не пойте и не пляшите. Вообще некоторые контейнеры открываются, насколько я знаю. Перья курицы. Где-то куда-то, слышите? Но мы пока не будем ее трогать. Так, это электрозаводск уже, да? Показалось, что стоит кто-то. Но пока просто показалось. Так. В машине вроде пусто. В машинах часто бывают карты и рюкзаки школьные. Так, на этом сервере на старте, да. Судя по тому, что здесь даже двери не открыты, мне кажется, здесь вообще ничего не бывает, и люди это знают, поэтому сюда даже не поднимаются. А еще мне нравится, что спуск здесь один. В случае опасности мы с вами подставляемся. Все разобрали. Все было украдено до нас. Так, окей, пошли дальше. Забор прорисовался. О, а вот это хорошо. Пистолет, да с обоймой. Ё-моё. Хрен с ними, с сетками, ребята. Пистолет да с обоймой. С четырьмя патронами. Это неплохо. Так. О, смотрите, собор. Пойдемте сходим. Я там не был. Блин, пекарь нашли, да? Это хорошо. Так. Но с четырьмя патронами, ребят, сами понимаете, стрелять нужно очень аккуратно. Потому что у нас даже нету места на топор. Миллиметров, а ему какие нужны? Так, unpack, пожалуйста. Ага, отлично, есть даже патроны, получается, да? Патрон зарядили. Подождите, сейчас, секунду. А, один в патронник просто положил. Все, я понял. А куда это портил? О, боже, мама, мама. Я схожу с ума, где топор? Где-то... Так. Так, топор взяли.
здесь. Со стороны дверь откроем, посмотрим. А, не открывается со стороны. Ладно. Кстати, симпатично сделали. Стоило бы, наверное, машину собрать, да прокатиться. Ну, не знаю, это может быть в будущем. Так. Собор. Так, зайдем. Штаны на два слота. Что-то в соборе как-то глухо. Книга. Что за книга? Франкенштейн. Можно почитать. Но читать у нас нет времени, друзья. Да, я думаю, я рассчитывал на большее. Ух ты, спуск какой. Можно посидеть, да, покемперить. Дерево прошел, то я не понял. Так. Давайте-ка оглядимся немножко. Слушайте, новый район этот сделали довольно интересно. Поднимемся сразу в школу. Бежим. Так. Зомбарь. Ходит. Лопродит. Не будем привлекать внимание. Так, кобура, это отлично. Пистолет положим. Причем все что-то по двери сыться. Так. Отлично, топор. Нет, не влезет. Так. Пустой пакет с кровью. Бинт. Бинт надо взять. Бинтом можно мотаться лучше, чем тряпками. Тряпками тоже в этой игре нормально мотаться. Лазить пока не будем. Ах, рычит, ходит. Там вон, я так понимаю, база, которая пыталась спасти людей. Давайте повыше поднимемся. Так, пусто. Здесь пусто. Гроза гремит. Так, вылезем, глянем. Так, зомбяка стоит. Он на кого-то согрелся, слышали? На меня. Ой. Тихо, тихо, тихо.
кулаком в зомби. Ух, зомби. Мощный. Ух, господи, зомби. Да еще шходит, ты пойми как. Блин, пингует. Ребята, сервер пингует. Я не могу попасть по зомбаку. Так, окей, быстренько перевязываемся. Быстренько перевязываемся. Надеюсь, что он меня не заразил ничем. Я, говорит, больше не кровоточу. Это хорошо, что ты больше не кровоточишь, но... Топор надо менять на что-то другое, потому что, ну, это вообще не дело. То есть, как он очень быстро... Ну, ладно, справились мы с ним. Можно проскочить в магазин. Посмотреть, что есть на полках. Где-то ждут, да? Ну, тут пусто, друзья. Вон они стоят. Долбанные зомби. Выйдем через другой вход. А вот тут пойдем. Пробежим здесь. Посмотрим, что в автомобилях. Ага, магазины. Очки, топор. Так. Да, что-то пока не густо. Найти оружие. Так, ну здесь у нас что? Набор для переливания. Дезинфицирующий спрей, да? Ну, кстати, это вещь такая, которая, в принципе, довольно прикольная. Давайте возьмем. Дезинфицируем наш шлем. Кстати, бинты надо забрать. Не забыть. Так. Бинты лишними не бывают. Так. Зачем мы дезинфицируем шлем? Да просто так, ребят, сейчас. Просто так. Никакой нужды в этом не было. Так, вот что тут в гаражах? Штаны зеленые. Набор для прочистки оружия. Ладно. Пока не вижу смысла. Аккумулятор. Колесо и что? А, мне казалось, что-то внутри еще есть. Ну ладно. Так, здесь можно где-то выйти? Есть сломанный забор? Нет.
Я бы на парковочку бы сходил, конечно, к заводу. А, с лутом также тяжело. Это было. Это не открывается. Открывается. Маску сварщика. Да, у нас самое. Так. Идем дальше. Что тут у нас? Так, ладно. Смотрим в тачках. Ничего. Все было украдено до нас, друзья. Так. Это вообще не лутабельная машина. Мы сейчас посмотрим, что у нас здесь. Такое ощущение, что в микроавтобусах нет ничего. Вот в легковых раньше очень часто в багажниках можно было найти рюкзаки. Какие-то газовые горелки они валяются. Так, здесь тоже ничего. Завод-то какой стал, смотрите. Давно я в ДС не играл. Давно. Там стекло, что ли, лежит? Так, это что? Это удобрение. Проход. Куда это? Толчки. Так. В сортире ничего. Это какие-то подсобные помещения. У них, судя по всему, тоже ничего не будет. Это выход, да. Прошли вот это здание. Это здание, судя по всему, прошли до нас. Ну, судя по открытым дверям. Черная футболка. Ничего. Молния какая сверкнула, видели? Так, здесь молоток и репер кит. Окей. Так, ну что ж, друзья, на этом, пожалуй, серию закончим. Вот. Если вам нравится ДСЗ, обязательно ставьте лайки и пишите об этом в комментариях. И если вам их будет достаточно, то я обязательно продолжу выживание в ДСЗ. Надеюсь, что буду записывать не в ночное время, и поэтому буду немножечко поэмоциональней. Ну а так, спасибо всем, кто был со мной. С вами был Артем Динамик. До новых встреч, друзья. Всем пока-пока.